обед пришли. У меня курица, фасоль, картошка, огурцы. У Димы говядина, картошка тоже, фасоль. И вот этот вид просто. Закусочку, прикусочку. Твоё море какое. Да, море красивое. Сейчас, если Дима не закроет полотенце. Ой, куда мы тачимся? Куда? Ой, окно. Ой, мило. Сейчас еще раз прокатаемся, да? Папа за тебя кнопки нажал. Пап, ну... Да ничего страшного, будем нажимать сейчас. Купаемся в море. Тут музыка, конечно, авторские права будут, наверное. А Андрей не хочет в воду заходить, заходит только вот так. Вот они идут смотреть рыб. Мы сегодня на пляже, где тут больше кораллов, если вот там заходить. Плавный заход для Ники. И дальше там есть кораллы такие, рыбки с рыбками. И вот Дима туда сегодня сам сплавал, а теперь Андрюху туда рыбок смотреть. Потому что ребенку надо... Ой, с головой, видите, приседать. Потому что ребенку интересно только бассейн. Вот эмоции 30 секунд, а дальше он смотрит рыбок. Ой, не могу, слушайте. Пусти меня, кричит, пусти. Там камни, Дим. Ударился. Камни там. Ногой, он не ожидал, что там камни. Ты же ему не рассказал. Ты куда, говорит, вреден? Уплывает. Господи, этот крепкий диджей орет. Я не могу. Мы загораем там на тех лежачках. И лестница, но мы поднимаемся всегда на лифте наверх. На лифте пару секунд, и ты наверху, не надо по жирюке подниматься. Андрюха не захотел плавать. Ракушка! Я сегодня вообще крабика видела. На этих... На камнях тут видела крабика. Уже нету. Он убежал так быстро? Я... Ника, Ника, смотри! Пыталась его поймать, а он убежал. Они живут в вот этих вот дырочках таких. Эти крабики. Но не так просто его увидеть. Вот, смотрите, видите? Вот там, кто там? Ракушечка. В ракушечке кто-то есть. По-любому. Кушечка такая, в ней кто-то живет. Покажи. Я не знаю, как открыть. Возьми. Может, она потом сама откроется. Много таких всяких нарослей интересных на этих камнях. Водичка плескается. Тоже своего рода красота есть в этих камнях, кораллах. Дима там плавает. Вот это вот, видите, музыка играет, и в Инстаграм хочешь снимай сколько хочешь, а в Ютуб нет, он сразу рубает тебе видео, говорит, все, это видео твое, не твое. Все, забираем, потому что тут авторские права чужие. Вот видите, смотрите, она присосалась, а там кто-то живет. Это было дыру, Зара. Тут тоже, видите, коралла кусочек. Попробуем отодрать вот эту вот штучку. Смотрите, вот это вот сидит крабик. Видите, лапки его видно? Видите? Я Нику позвала. Он сидит такой. Иди сюда, я тебе крабика покажу. Ударилась? Мы с Никой уже пришли на детскую площадку. 5:30, по-моему, сейчас. Покататься на качельках. Сейчас уже тут нету солнца. И такое, знаете... как вечереет. И очень хорошо на площадке, потому что тут недавно поливали, и тут такая как прохлада летняя. У меня ноги, видите, как загорели. Это за 2 дня, девочки. Что будет за 10, не знаю. И тут... Здравствуйте, здравствуйте. Хорошо, спасибо.
Видите, тут сразу за забором город. Все ходят с нами, здороваются. Покажу за забором. Смотрите, видите, это дома. Я не знаю, то ли это отели второй линии, но не может быть, правда, такой отель? Раскатайте меня сильно. Машины прям... Раскатать тебя сильно, да? Да. У Ники щеки тоже красные. Не могу загрузить видео, сегодня целый день занимаюсь видео. И монтировала, и на загрузку три раза ставила. А почему ты сильно меня? Сейчас раскатаю, до 45% загружается и слетает, наново начинается. И я уже перемонтировала, сделала маленькое. Я надеюсь, за вечер загрузится. Ну, если не загрузится, то нету смысла снимать. Потому что потом приехать домой, это все монтировать и заливать, когда я уже дома. Мне неинтересно потом. Дима говорит, не снимай сразу, потом. Ой, не монтируй сразу, потом. А мне так, что? Я же разгоняю. А мне так неинтересно. Я хочу, чтобы все было, знаете, как это, онлайн. Птички какие-то. Воробушки, что ли? Тут такие вороны наглые. Вот смотрите, как попугай. Все, ты уже накаталась? Да. То сильнее. То что-то поносит, какие-то кресла. То сильнее, то помедленнее. Кофе тут мое стоит, смотрите. Я на каждом углу тут беру латте и молоко пью. Это очень плохо для моего живота, блин. Потом у меня все там бурлит. Я уже дома на растительное молоко перешла. Поняла, что это из-за молока. А тут пою, значит, опять. И накрашен с хвостиком, с моря, с бассейна. Все повылазило. Девчонки, знаете, я поняла, почему так люблю море зимой. Потому что очень люблю лето. И для меня вот эта вот затяжная зима, это слишком. Вот прям слишком. Мне хочется, чтобы было больше лета, больше тепла. Что-то они все ходят, тут ходят вот так вот. Территорию чистят, убирают. Ника русалку, значит, в бассейне искупала. Где еще русалка была, Никуша? Где купалась еще? В бассейне. В бассейне. В море. В море. Загорала? Загорала. На качельках? Другой. Да, на качельках каталась. С золотой цветочком. А, да, да. Да, корабля вот серая монетка, и она вообще да. Девочкой дружила. Да. И позагорала с ней она. Да, пошли позаглядываем, что там в детском клубе. Пошли? Пошли. Посмотрим, что там у них. Там, по-моему, какой-то... Тут какие-то задворки. Вот это детский клуб. Или вот это. Я, честно говоря, не знаю. Сейчас посмотрим. Море у отеля на самом деле очень красивое, если еще говорить об этом виде на горы. Мне вы, девчонки, пишите, Юля, ты так радуешься горам, как ребенок. Я радуюсь пальмам, этому небу безоблачному, этой температуре плюс 30 градусов, этой травке, кустам. Короче, всему радуюсь, как ребенок, потому что мы в этом мире все временно. А она знает, это неизвестно. Ой, там, короче, видите? Там точно не Kids Club, там есть пакеты. Пошли еще там глянем. Это клиника, это, наверное, больница из меня. Тут тоже, видите, номера есть у людей. Но тут, вот тут написано Kids Club. Но сейчас тут закрыто, зайка. Не работает он явно. Ну, вот тут близко к ресторану, например, к питанию, но далеко к морю спускаться. У нас ближе к морю, к барам ближе. Мам! На территории все такая компактненькая, видите? Цветочки Мам, везде, все полито. Новые пальмы, потому что долго... Давай, иди. Долго этот отель стоял закрытый. Сейчас Альбатрос взял его в свою сеть и начинает его, видно, по чуть-чуть поднимать. Мы взяли этот тур горящий, просто вот в 5 вечера проплатили. И в час ночи уже выехали на Киев. Взяли очень дешево, на четверых, за 10 ночей. Поэтому... Разуйся, Люля! Я не хочу, ты ходи разутая. Поэтому полетели попробовать просто ради интереса увидеть шар, потому что шар мы никогда не видели. Я сегодня хочу закат посмотреть. Видите? Он там уже почти-почти. Какой кайф. Ну как не любить лето. Мама, мама. Ну зачем-то зима так долго. А бабочки лезут
Вообще в киточком. Бабочки туда лезут, цветочки, да, они там нектар, наверное, едят сладенький. Да, они раздают? Да. Пьют. Да. Да. Угу. Да. Это Ники, я цветочки срываю и волосики ей закалываю, она своей куколке. Да. Вот так дети растут, говорят, не рассказывайте им как надо, показывайте своим примером, и они будут расти умничками, золотыми, такими, как хотите. Это все воспитание. Лучшего воспитания не надо. Люль, что? Это давай я тебе волосики его заколю, давай. Давай. Как-то бы так понадежней. Все, так не выпадет точно. Кофе все это время стояла на полу. Коронавирус, блин, коронавирус. Да даже о нем даже никто не слышит. Никто ничего о нем не знает. А где-то там по телевизору просто дурдом включаешь. О, какие длинные растут. Тут ничего не говорят. Единственное, что напоминает, что персонал отеля все-таки ходит в масках.